Ребята, всем привет! Ну, это традиция какая-то получается. Ровно год назад мы были здесь, на острове Канта в Калининграде, на большом выпуске Балтийского федерального университета. И вот опять я здесь. Только теперь меня нарядили, видите, у меня мантия. Это, на секундочку, конфедератка, сразу познавательный выпуск. Напоминаю, что 10 лет назад я окончил сам БФУ имени Канта, должен был быть радиофизиком, не стал. Жалею ли я? Конечно, жалею. Пойдемте общаться с классными выпускниками, у которых все, в отличие от меня, получится. Поехали! Сразу мешаем фотографиям, Я Руслан. Катя. Катя, ну ты, во-первых, выпендриваешься прямо перед теми. Ну разумеется. У тебя аж два диплома, что это, рассказывай. Ну это диплом о профессиональной переподготовке, я его проходила параллельно с обычным обучением. Да. А это красный диплом. Получается, ты ничем не занималась, кроме учебы? Ну, да. С завтрашнего дня ты просто жестко в отрыв. Тебя во всех барах надо искать Калининграда. Конечно. Да? Каждую ночь где-нибудь в Калининграде ищите. На кого ты училась? Рассказывай. На педагога. Ты станешь педагогом? Да. Или ты отучился на педагога, а дальше посмотришь? Дальше там маникюрчик, откроешь свой салон. Честно, я посмотрю, там как пойдет. Я сейчас отучилась, нужно немножко осознать, что все закончилось. Да. Давай какое-нибудь самое яркое воспоминание за все время. Сколько ты училась? 5 лет. 5 лет. Я буквально сегодня вспоминала свое 1 сентября. Так. Для меня это было очень интересно. Ты маленькая, первый класс, вот это вспоминала? Нет, 1 сентября попозже, в университете, попозже, Когда первый раз пришла в свой корпус, увидела свою группу, как мы друг с другом знакомились, и теперь мы сегодня попрощались. Давай тебе как педагогу пару вопросов, тем более вуз носит имя философа, пофилософствуем. Вот как думаешь, кто учил первого учителя? Его же опыт. Почему мы берем трубки, когда нам звонят? Звонок же для учителя. Ну, чтобы ответить. Ну, тебе, получается, можно брать. Нельзя мне можно, брать. Да. Ну, если бы ты стала все-таки педагогом, вот что, какой пример преподавала бы? Ну, у меня профиль технологии и дополнительное образование, техническое и художественное эстетическое творчество. То есть я могу преподавать... Короче, что-то, где ты будешь отпускать всех. Типа, да идите уже после математики и биологии отдыхайте. Нет, я же несу ответственность за детей. Да. Я не могу их просто отпустить. Классно. И у тебя будет хорошая мама. Спасибо. Сразу общение с вами имеем. Да. Я Руслан. Я Дарья. Дарья. Дарья, правильно? Дарья. Дарья. Подожди, во-первых, да, объясни, пожалуйста, что это за выпендрёж такой? Это вот у мамы надо спросить, где моя мама. А какие-то проблемы у тебя были с этим за все время обучения? Ты все время бесилась, когда... Нет. Даша, Дарья? Под конец, когда уже формировали списки для вручения диплома, только половина потока узнала, что я Дарья. Да, а не Дарья. Или классно. Даша. Ну, у тебя только с этим словом по ударениям? Или у тебя вообще везде? Типа звонит вот это вот, ты говоришь так? Я педагог, звонит. Звонит Дарья. Смотри, три буквы БФУ. На слова, которые начинаются на эту букву, опишем все твое время обучения в БФУ. Б. Какое оно было? Бодрое. Бодрое. Ф. Это мама? Да, подождите. Мама. Нет, есть вопросы к вам. Подождите. Нет, есть вопрос. Почему Дарья? Вообще-то Дарья. Так тебя все это время звали Дарья. А мама говорит Дарья. Дарья. Дарья, ну Дарья, это как бы и так можно. А вас как зовут? Меня Руслан. А вас только Руслан называют, да? Ну иногда Руслан говорят. Надеюсь, это не войдет в интервью. Нет, не, это фото вообще, давайте сфоткаемся. Понятно. Это не видео было. Можно я тоже? Давайте. Я сестра. Ага. Сейчас диплом. Тебя как зовут? Маша. Неправильно, Маша. А, это видео было все-таки. Тоже педагоги? Тоже да. Педагоги. Я Руслан. Арина. Арина. Даша. Не Даша, а Дарья, правильно говорить. Да. Красные дипломы. Конечно. А только красные, что ли? Почему все красные? Вообще не было тупых у вас на потоке? Были, но так. Да? Вопрос касаемо педагогов. Почему, когда нам звонят, мы берем трубки? Звонок же для учителя. В школах в Калининграде заднюю парту называют Камчатка. А как на Камчатке называют задние парты? Может, Калининград тогда? Может, Калининград тогда. Так, что будете преподавать? Английский. Английский. Немецкий. Немецкий. Тогда по-английски благодарим БФУ, а вы по-немецки. БФУ, thank you for everything you did for us. Не-не, это слишком просто. Давай покажем, выпендримся. Скажи, за все 5 лет обучения, перечисли всех по именам, не знаю, что-нибудь. Сейчас я заставлю, сейчас. Давай, вот на немецком. Давай, пока по-немецки пойдем. Danke schön, unsere liebe Universität. А припев что забыла? Ду! Духаст! Духаст, Миш! Здравствуйте. Здравствуйте. Я Руслан. Я Ли Джею. Ли Джей У. Угу. Как машина. Знаешь, сейчас машины такие есть. Машины, да. Ли Сан, вот эти вот все. Да. Да. Китаец? Да. Нет. Тебя тоже пригнали? Да. Да? Угу. Растаможили. Так, ну давай рассказывай. Ты тоже педагог, учитель? Да. Аспирант, педагогика. Так, что будешь преподавать? Какой язык? Интересно. Музыки. Музыку? Да, музыку. Я в 7 лет тоже изучал
пианино. Где выступал? Давай похвастаемся, у тебя сейчас есть возможность прям. Сейчас мы тебя продадим, может, на какую-нибудь свадьбу выступишь там. В дома. Дома? Почему синий диплом? У всех красный, у тебя синий. Ну что, какой предмет у тебя? Я знаю, что сегодня всего аспиранта, то всего это синий. Мне это красный. Да? Какой тебе предмет сложный был? Какой-то математика, русский, что-то? Но я покажу. Какая у тебя четверочка там? Давай, оформляем, китайцы. Удовлетворительно. Правовые основы деятельности высшей школы. Ну как это, почему не отлично? Ну что? Это очень сложный. Да. Социальная коммуникация в науке и профессиональное развитие современного ученого. Это же еще в школе преподают. Но... В школе же учат. Да. Да. Так, давай ко всем обратимся, кто сейчас нас посмотрит. Что хочешь сказать всем? Можно по-китайски язык. Давай по-китайски, конечно. Мы все знаем. Сюан Чунго, да. 留学生也取得优异的成绩，也欢迎中国的留学生来加尼格勒康德布尔利海大学上学。 Все, я могу перевести, кстати. Да. Счастья, здоровья, чтобы вас невзгоды обходили стороной, здоровья вашим семьям. Ты также сказал, да? Ну, я говорил, что всего. Ты понимаешь по-русски, я забыл. Студенты, welcome to Калининград. Изучайте. Что все приезжали в Калининград? Да. Нам же так мало туристов пусть приезжают. Хорошие университеты. Спасибо тебе. У тебя растаможили? Ты растаможенный? Да. Все, спасибо тебе. Удачи тебе. Медаль еще у тебя есть? Да. Олимпийские игры в Пекине, которые были. Блин, да я после пересадки из Турции, мне нельзя, блин. Там видно будут все эти точечки. Я по-индийски умею разговаривать. По-индийски попросите, по-индийски попросите. На одну секундочку. Да, давайте. Все, огонь. Красиво сделай. Красиво, ну помогите. Ну сделай ты ему нормально челку, ёпта. Ну сделайте. Ну меня смотрит, мам. Все, красный диплом получил. Мой красный. Ой, спасибо БФУ. Я наконец-то спустя 10 лет закончил на радиофизику. Я, кстати, радиофизик. Да, ты я, педагог? Да, я учитель начальных классов, а профессия теперь дошкольник. О, начальный класс — это когда вместо оценок облачки всякие ставят, да, солнышки, да? Да, 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 солнышки, цветочки, кружочки. Ты как педагог начальных классов, да, должна отвечать на глупые вопросы детей часто. Да. Представим, что я первоклассник. Итак, как кабачки откладывают икру? Внутри. Почему мы покупаем гель для душа, а не для себя? Потому что в душе моемся. Да. Какая вера у алоэ? Алоэная. Как далеко заходят лысые, когда умывают лицо? Плаки-плаки. Можно ли крикнуть принтеру, что у него ничего не выйдет? Можно. Можно. А почему беременная лошадь не бежит быстрее? В ней же больше лошадиных сил. Потому что она беременная. Да. Так, цветы, свидание какое-то у вас, да? Ну да, почти. Да, просто здесь решили прогуляться. Да. Ну реально, вы пара? Да. Так, предложение собираешься делать? Конечно. Смотри, вопрос. Можно ли сделать предложение девушке, если на нее не родился еще спрос? Конечно. Да? Нужно. Как будешь делать предложение? На коленях, как минимум. Ага. На обеих. Типа умолять будешь? Умолять, да, я буду ползти. Давай сразу порепетируем на будущее. Давай, на коленях. Так, Лиза, уходи за меня замуж. Лиза. Так, она должна сказать да или нет? О, нет. Да, нет, она сказала нет. Все поступайте на психологию БФУ обязательно. Вы психологи? Да. О, проблемы все из детства, реально? Конечно, в большинстве случаев, да. Я когда беру интервью, мне часто отказывают иногда, говорят, не общайтесь. А я за вами бегала тут. Да, вот, и это наносит мне травму, когда мне отказывают. Как мне с этим бороться, как психолог? Просто понимать, что люди разные, и никто не виноват в этом, это нормально, да. Так и есть. Что было на уме у человека, который первый подоил корову? Я думаю, он очень сильно хотел пить. Ну да. Может, сыра хотел. Почему мы потеряем всегда второй носок, а не первый? А почему не первый? А все говорят, типа, второй носок потерял. А я первый. Большой... Я говорю, пару потеряла. Да. Пару его потеряла. То есть у него пары нет. Только что пару потеряла, когда сказал нет ему. Все, очень интересно с вами общаться. Поступайте в БФУ. Да, о, правильно, спасибо. Правильно. Я забыл просто, зачем мы здесь. Поступайте в БФУ. Откуда у вас мантия? Вы тоже что-то закончили? А? Откуда у вас мантия? Вы тоже что-то закончили? Да, Хогвартс. Вау. А вы из Пуффендуя, откуда вы? Не, сколько рано. Ну, короче, ты в образе Канта. Ну, типа того, да. Да, давай пофилософствуем с тобой тогда. Да я не особо философ, на самом деле, да. Давай я тебе буду закидывать тему, будем философствовать. Ну, давай. Почему вот принято ругать ленивых? Они же ведь ничего не сделали. Ну, да. Или почему шутят над девственниками? Они же такими родились. Да все родились девственниками, ну, правильно? Вот я говорю, да. По Или факту. Кто те люди, которые смотрят салют, снятый на телефон? Почему? Три слова — это два слова. Если тебе сказали не слушать советов, получается, это тоже совет, его не надо слушать. Да мы все слушаем советы. Можно ли сказать, что твоя совесть чиста, если ты ею ни разу не пользовался? Всегда чистая моя совесть. Критика чистого разума? Ну,
получается. Спасибо, Эммануил. Как, кстати, ваше отчество? Анатольевич. Анатольевич Кант. Ты хорошо выглядишь для 300 лет. Как ему родился? Скажи 300. Задать Канту в честь его 300-летия этот вопрос. Вы педагоги или кто вы? Все верно. Педагоги. Будете работать по специальности? Работаем, да. Уже работаете? Начальный классов или где, как? Средняя математика. Почему мы говорим, вот 23.30 это... Вот 22.30 это пол 11-го, а 23.30 это не пол 14-го. Пол 24-го. Я, короче, дать другой вопрос. Почему большой палец меньше всех? Давайте разбираться. Как кабачки откладывают икру? В банку. В банку. Да, в Сбербанку. Так, сильно ли расстроилась комиссия, когда узнала, что она приемная? Думаю, не очень. Почему, когда человек рождается, ему не 9 месяцев, а 0? Философский, кстати, вопрос. У нас 0, в Корее 9. Ну да, кстати, везде разное. Да. Кого 9? В Корее, например, там. В Корее 9? Два дня рождения. Они старше, у нас автоматически. На год старше, да. То есть, например, если нам 25, и у них 25, то по паспорту им 26. Прикольно. Потому что у них считается... Так, если, допустим, мы жили бы в Корее, сколько вам было бы лет? 24. 23. 24. 23. А если бы вы родились 10 лет назад, сколько вам было бы лет сейчас? 10. Все, спасибо. Вы такие радостные, как будто что-то произошло сегодня. Сегодня мы диплом получили. Наконец-то. Да здравствует да диплом. Здравствует. Красный. Все, кто красный? Здесь присутствует. Все красные. Да. Цвет помады под цвет диплома получается. Конечно. Ну давайте платье. Пару слов про БФУ вообще. Какое-то яркое воспоминание самое, может, за время обучения. Самая веселая, самая дружная группа, отличный. Да. Команда преподавателей, педагогов, все на высшем уровне. Самая дружная группа. Перечислим всех по именам, кто был в группе. Сергей, Ира, Вася, Петя, Лена, Аня. Так, вы кем будете, когда вырастете? Когда уже выросли? Да мы же уже выросли. Ну, на кого вы? Кем вы будете? Педагогами. Педагоги. Управленцы, завучи, директора. Выпендривается. Директором школы? А уже директором школы. А кто знает? А может быть даже и своей школы. Да? Вот давайте я сейчас буду задавать глупые вопросы, а вы постараетесь на них какой-то ответ дать. Куда втирать крем-суп? В лицо. В живот. Какая вера у алоэ? Зеленая. Алоэная. Верная. Почему беременная лошадь не бежит быстрее? В ней же больше лошадиных сил. Потому что она беременная, ей тяжело. Как близнецы определяют, кто из них был незапланированный? Вот это. Они не определяют. Да. Один за всех, все за одного, оба незапланированные. Да. Что было на уме у человека, который первым подоил корову? Вот он зачем-то же подошел к ней. Такой, типа, он попробовать. Пить хотел. Почему все шутят над девственниками? Они же такие родились. Все такие а родились. Кто все шутил? Ну, это наболевшие. Боже мой! Все, заканчиваем. Поэтому к нам подошли. Подбрасываем опять, подбрасываем. Смотри, ловят, смотри, потому что сказали, если уроните, будете еще 5 лет учиться. Какое-то самое яркое воспоминание за все время обучения? Сколько вы учились? 3 года. За 3 года? Самый какой-то прикол? Мы сдали первую сессию и пошли с девочками праздновать. Это было очень ярко. Была на практике в роддоме, принимала роды сама. Хотя я сама уже мама, 27 лет. Нет, не у себя. Можно вас немножко поспрашивать глупые вопросы про медицину? Почему докторская колбаса не лечит? Потому что на диплом еще не получила. Как быть спокойным, когда клетки нервные? Как быть спокойным? Да, не получается. Сохранять спокойствие. Как определить, вот по животным, у змеи болит горло или все тело? У змеи все тело. Может ли беременная говорить, что у нее есть свой человек в органах? Конечно. Она может говорить. Чисто понтоваться этим такая. Если что, у меня есть связи. Где у человека находятся корточки? Корточки на коленках, в коленках. Как определять смертельную дозу лекарства? Тут реально просто интересно. Ну, если человек умер, значит смертельная доза. То есть какой-то тип, которого берут. Да, все. Почему определяют пол ребенка, а не целиком? Пол ребенка? Да, а не целиком. Чтобы понять, где мальчик, где девочка. Так дешевле. Это шутка, да? Мы юмористический проект. Как открыть гребаную упаковку от лекарств не там, где инструкция? Вечно на нее натыкаешься. Да, всегда. И как ее свернуть обратно? Нереально просто. Нереально. Поворачивать. Да. И почему все таблетки сделаны под плоскую отвертку, а не под крестовую? Сложно.
легче заходит. Вы там не опоздали случайно? Заходит, наверное, как-нибудь там. Опишите ваше обучение БФУ тремя словами, начинающими на букву БФУ. Б. Какое обучение было? Больно. Да, очень больно. Все, на этом закончим. Как у вас настроение? Офигительное. Да? Да. Что вы закончили? Ну, вот вы что? Медицинский. Медицинский? Вопрос философский. Да. Как определить, как раз медицинский, у змеи болит горло или все тело? Нас снимают, я не могу так пошло шутить. Почему докторская колбаса не лечит? Это несправедливо, я считаю, да. Очень сильно. Мне не нравится эта история. Следующий вопрос. Может ли беременная говорить, что у нее есть свой человек в органах? Однозначно, да. Типа связки, есть еще подвязы. Типа есть, вообще, да. Звони на связи. Подождите, мне кажется, моя... Нет, нет, подождите. Быстрее. Подождите. Почему определять пол ребенка, а не целиком? Боже мой, потому что много половин, как пела Бузова. Ага. Насколько офигела первая женщина, которая родила близнецов? Так же, как и я офигеваю, потому что я сейчас пропущу свой диплом. Все, не пропускай. Только не говорите, что вы педагоги. Боже, сбавь, нет. И не врачи. И не врачи. И не психологи. И не психологи. Отлично. Мы как в компьютерной игре открываем новый уровень. Мы самый высший уровень. Высшая школа. Философия, история, социальных наук, но мы политологи. Сколько учились? 4 года. 4. Ну, как-то как будто не весело на философии учиться, на политологии, или это весело? На политологии учиться максимально весело, всегда да? Что-то новое. Ну, например, что ты вот для себя познал за 4 года? За 4 года я для себя познал, насколько важна политическая философия и как она близка к сегодняшнему дню. Объясни просто вот на пальцах, что такое политическая философия? Вот. Научные труды, которые объясняют то, что было тогда и то, что есть сейчас. Те события, которые происходят сейчас, их легко можно объяснить и предсказать через политическую философию, например. А про рилзы, что-то сторизы там говорят? Нет? Конечно, это уже политическое продвижение. Это моя плоскость знаний. Понял, какая у меня плоскость знаний? Ну, давайте какое-нибудь самое яркое воспоминание за 4 года обучения. Посвят. Посвят. Свят, свят, свят. Свят, свят, свят. Давайте, да. Ну, что было? А нас посвящают очень жестко. Я знал, что политика не чистая тема. Политика вообще не очень приятная вещь, да. Курская коса, домики. Немножко все прилично, эстетично. Поговорили о политике. Да. И как бы все было максимально хорошо. Какие у вас дипломы? У меня желтый. Желтый. Сейчас мы их обнулим. Обнуляться можно, кстати? Официально, да. Почему Минздрав постоянно предупреждает, когда он уже начнет действовать? Когда придет распоряжение. Так, понял. Почему, когда человек рождается, ему не 9 месяцев, а 0? Ну, во-первых, официально нужно, чтобы физиологическое тело было, можно было пощупать. Сказать, на посвяти ты щупал тело физиологически? Физиологически все щупал. Почему дети депутатов ходят на выборы? Родители же не выбирают. Потому что им больше некуда ходить. Как набить юридическое лицо? В тату-салоне. Вы знаете, как расшифровывается морг? Что-то место остывания... Физиологического тела. Граждан... А нет, российских граждан. Место остывания российских граждан, морг. Место остывания, это очень смешно. Платят ли люди, которые живут на первом этаже, за лифт? Да. Мы не платим. Но если они пошли к соседям на пятый, спустились на первый, как бы... Угу. А, я понял. Правда, что у химиков на первом месте не семья и дети, а водород? Ну, водород, в принципе, на первом месте. Почему все шутят над девственниками? Они же такими родились. Грустно, грустно, очень грустно. Грустно, да. Это лучше ему. Сильно ли расстроилась комиссия, когда узнала, что она приемная? Я добьюсь у него улыбки, он вопрос, если она была совершеннолетняя уже, то расстроилась сильно. Если нет, то поплакала. Как близнецы определяют, кто из них был незапланированный? Кто последний вышел, тот не запланирован. Можно ли крикнуть принтеру, что у него ничего не выйдет? Он сам крикнет. Как далеко заходит лысый, когда умывают лицо? Далеко. Глубоко. Для всех, кто нас посмотрит, какой-то философский, политический совет? Ходить нужно в универ и на выборы. Можно в школу еще ходить, там тоже выборы проходят. В школу ходить не всегда нужно, но полезно. 2 года пролетели очень быстро. Ты 2 года всего отучилась? Ну, у меня 4 года бакалавриата, и вот сейчас магистратура. Магистр. Что дает магистратура? Звучит круто очень. Почет. Почет и уважение. Почет. Ты когда проходил, все кланялись тебе? Конечно. Да? Руки жали, кланялись, ноги падали. Да, все чисто родители сюда приехали. Магистр выходит. Из Казахстана приехал. Ты из Казахстана? Я из Казахстана. Почему такой выбор? Почему не там? Почему здесь? Ой, ну это очень сложная история, почему я решила выбрать. Мне кажется, как все 11-классники, я хотела Питер вообще уехать. Потом подумала, а что этот Питер? Здесь море есть. Вот я на море приехала. Ну давай какое-нибудь одно воспоминание, какое-нибудь прикольное. Преподаватель какой-нибудь самый строгий. Таких нет. Таких нет, есть только самый красивый. Самый красивый преподаватель? Да, но это только по секрету. Вот мне очень нравится Вадим Александрович Чалый, доктор философских наук, профессор. Я фанатею жутко. Он холостой? Нет, он женат.
нормально, вопрос времени. Я же так думаю. Mm-hmm. Вот. Но при всем уважении, чисто между нами. Ты закончила философию? Да. Почему философия? Как после 11 класса такая философия? А я не поступила на рекламу. Но поступила на философию, я вообще ни капельки не пожалела. Первые 2 года было тяжеловато, а потом влилась, коллектив, работа, и все понеслось. Ты любишь философствовать вообще? Не бывает такое, что задумываешься о каких-то вещах? Мне папа постоянно говорит, ты не такой философ, такая болтливая у нас. Давай пофилософствуем с тобой немножко. О чем? У меня есть очень много глупых вопросов жизненных. Я согласна. Да, вот смотри, когда тебе говорят не слушать никаких советов. По сути, это же совет, его тоже не нужно слушать. Да, но я люблю говорить, мы слушаем только хорошие советы, которые нам нужны, которые нам выгодны, я так считаю. Почему все ругают ленивых? Они же ничего не сделали. Ну, по сути. Тебе надо на философский поступать. Почему мы покупаем гель для душа, а не для себя? Потому что нужно чистить в первую очередь душу, а потом только тело. Можно ли не делать девушке предложение, пока на нее не родился спрос? Спрос рождает предложение, ты прав. Спасибо. Ты прав. Здесь красиво было. Как близнецы определяют, кто из них был незапланированный? Это интересно. Вопрос твоим зрителям, я считаю. Что-то про Казахстан надо. Про коней, да, продолжаем? Бешпармат? Дай какой-нибудь совет. Всем, кто нас смотрит. Поступать в БФУ, потому что будущее здесь. Приглашаем весь Казахстан в БФУ. Ну, не весь Казахстан, конкуренция все-таки будет, но некоторую часть мы приглашаем. Ты знаешь казахский язык? Чуть-чуть. Давай чуть-чуть по-казахски скажем, что ты очень сильно любишь Россию. А я не знаю, как сказать это на казахском. Мен сине сюемен. Угадай, что это. Я тебя... Ну, ты не могла сказать, я тебя люблю. Я так и сказала. Обнимемся. Дружба народов. Ну что, ребятки, вот и подходит к концу этот выпуск. Было классно, как по мне. Веселые, умные выпускники БФУ имени Канта, который я окончил сам. Поэтому, если вы думаете, куда поступать, даже сидя в другой стране или в другом городе, залетайте сюда. То есть у нас море, классная погода, брусчатка, какая архитектура. Дождик даже есть у нас. Сейчас он, кстати, скоро и пойдет. Вот. Ну и закончу я, как и все выпускники, классной традиции. Зачем-то они подбрасывают конфедератки. Вспомнил. Конфедератки в небо. Все, проверим. Может, сработает. Все, наверх, 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 наверх. Наверх поднимай.